Всем доброе время суток. Спустя пару дней я вернулся назад, на то же место. Теперь я пришел целенаправленно собирать опята, но если и другие грибы будут попадаться, то это только хорошо. Так, много говорить я не буду, потому что грибы ждать не будут, и точнее грибники. Я пока заходил в лес, уже видел, как двое быстреньким шагом направлялись в лес. И чувствую, что и в лесу тоже их немало. Ну ладно. Всем приятного просмотра. Как будет что-нибудь интересное, я буду включаться. Так, вот он первый гриб. Но не тот, который мы ищем. Но все равно, смотрите, какой красавчик. Так. Значит, примерно будем в это направление смотреть. Сегодня прям, честно, очень прохладно. В сравнении с прошлым разом. Осенняя погода. Даже есть такое ощущение, что пойдет дождь. Хотя не передавали. Ну, так всегда происходит. Сколько, кстати, листьев нападало. Ужас. Так. Ладно, будем чуть-чуть углубляться. Будем искать. Так, вот он еще какой-то навес. Но это не тот, который в тот раз я видел. Интересно, для чего это? Ну ладно, сейчас у нас будет ориентир повальные деревья. Обычно на них что-то да и растет. Будем проверять все. Время есть и желание есть. Так что гуляем, собираем. Так, нашел, но они старенькие. Брать я их пока не буду. Ну, в смысле, пока не буду, я их вообще брать не собираюсь. Старенькие мне не нужны. Молоденьких пока что нету. Но я прям смотрю, что здесь, блин, вообще протоптано и топтано капитально. За то отсутствие, пока меня не было, походу здесь дофига кого было. И есть немного жалость того, что в прошлый раз я ничего не сорвал. Помните, я вот нашел такое отличное дерево, там реально обильно они росли. Но я взял и пропустил, и пошел дальше. Ну, думаю, я приду потом и соберу. Но-но. Ну ладно, но по-любому что-нибудь должны найти. Не может быть такого. Я думаю, опять-то много грибов, всем хватит. Но это не факт. Ну ничего. Мы гуляем, получаем удовольствие. Так, а это что у нас за гриб? Интересный такой. Вы не знаете? Скажите, если что. Здесь смотрю их. Ну, немного, но есть. Большие. Так, но те грибы, которые мы не знаем, мы их не берем. Не, а может быть и знаем. Но все равно брать не буду. Ладно. Ищем дальше. Так, вот про что я и говорил. Срезанные. Срезанных очень много. Ну, там есть один маленький такие, но совсем одиночные экземпляры. Это не то. Ой. Так, вот еще одни большие. Я один сорвал, думал проверить на всякий случай. Они червивые были. Жалко. Буквально, наверное, вот эти два дня, и они выросли, переросли, точнее. Пока особо-то и не встречаются молодые. Есть единичный случай вот на тех деревьях, где срезанные были. Ну, один-две штуки это... Это не тема. С опятами такое дело. Главное найти дерево, где растут, и все. И можно на этом дереве и остановиться. Но пока что мы это дерево найти не можем. Но ищем. Я, кстати, что-то чуть-чуть здесь заплутал, блин. Кругами немножко прошел, блин. Хотя вроде бы ориентир держал нормально.
Но с кем не бывает. Благо компас помогает. И навигатор. Так, вот среди старых нашел один более-менее молодой. Ладно, будем хоть так потихоньку собирать. А потом, может быть, найдем какое-нибудь такое капитальное место. Так, вот нашел. Спрятались. Кучка. Такое местечко-то интересное. Супер. Ладно, срываю и ищем дальше. Так, вот еще нашел. Сейчас будем срезать. Я не знаю, как их правильно. Тут срывает, тут срезает. Честно, не знаю. Я буду по возможности. Но уже отлично. Так, вот сколько. Пока. Но все еще впереди, я чувствую. Ладно, совсем маленькие мы оставим. Пускай растут. Ну вот. Ну вот. За сумку, конечно, не ругайте еще раз. Так, вот смотрите. Маленькие совсем. Сколько их много. Вот и с той стороны, и с той стороны. И вот они. И вот. Ну, блин, это очень маленькие. Жалко, конечно, их срывать будет. Обалдеть. Вот. И с той стороны, и вот, смотрите, с той стороны. А это тоже, честно, смотрите, не знаю, это тоже, наверное, опята, но я что-то в них не уверен, но их реально очень много. Не знаю, срывать их, конечно, не буду, потому что не уверен. По опятам я, конечно, не спец, но такие дела. Так, а вот он и лесной житель, белочка. Не знаю, видите ли ее, нет. Сейчас попытаюсь ее заснять. Вот она на меня смотрит. Не бойся. Вот. Побежала. Ну, привет. Привет. Вот, на меня смотрит. Какая хорошая. Ладно. Мы ищем дальше. О! А это что у нас такое? Вот, смотрите, какие. Ну, очень уже здоровые. А, это да, кстати, не опята, это эти какой-то чешуйчатые или что-то такое. Ну ладно. Так, вот они еще. Ну, они какие-то старенькие. Хотя, в принципе, нормальные. Дома берется, дома все делается. Так, где мой ножичек? Опа. Срезаем. Так, этот кладем. Не, хороший, смотрите, замечательно. Так, ну ладно. Уже веселее, уже лучше. Ножичек не забываем. Ищем дальше. Так, вот он еще маленькое количество. Но все это находится поблизости. Опа. В сумочку. Так, потихонечку всмотрите и наберу какое-то количество. Здорово. Сегодня. Вот так мы сорвем, как букет. Вот. Сейчас
сейчас одного грибника встретил. Ну, он, наверное, где-то ведерочку набрал. Говорит, вчера приходил, смотрел места. Маленьких было много. Сегодня пришел, эти грибные места уже обобрали. Так что, блин, грибников очень много. Ну и ладно, будем собирать, собирать, собирать. Все, что найдем, все наше. Вот еще одна компошка. Ой, хорошие какие. Вот букетик такой. В сумочку. Так, вот она, компашечка. Молоденьких. Вот они какие. Спрятались. Кстати, еще двоих грибников встретил. Так что наплыв огромный. Да, ну ничего, свое мы набрали. Еще собираем немного и отправимся домой. Так, ну все, буду завершать тихую охоту. Вот смотрите, сколько я нашел. Немного и немало. Сойдет. Для начала самое то, думаем. В следующий раз, наверное, поменяю место и поеду в другое. А так, всем спасибо за просмотр. До новых встреч!